В Италии запретят рукопожатие и поцелуй при встрече. Как сообщают СМИ, эти меры войдут в свод новых правил, которые готовит итальянское правительство в рамках предотвращения распространения коронавируса. Среди нововведений – дистанция между людьми не менее метра в общественных местах, отмена на 30 дней всех конгрессов и конференций, а также некоторых массовых мероприятий. Людям старше 75 лет власти рекомендуют и вовсе не выходить на улицу. Напомню, в Италии число инфицированных COVID-19 уже превысило 2500 человек, 79 заболевших умерли. А во Франции из-за ситуации с коронавирусом медицинские маски больше не будут доступны в свободной продаже. Отныне их будут продавать только по рецепту. Реквизированные запасы масок в первую очередь раздадут медработникам и жителям страны, которых коснулось новое заболевание. Коронавирусом во Франции заражены свыше 200 человек, четверо скончались.